Андрей, а у тебя закончилась память? Ай-яй-яй, ну ты мне тогда скинешь свои. Mm-hmm. А, значит, это проект из разряда социальной инженерии. Тут перед нами стоит такая задачка. У нас есть территория, по которой двигаются люди, машины, да, и, собственно говоря, происходят аварии, очень много жертв, эмоций, истерик и всего прочего-прочего. Каждый год на дорогах страны гибнет людей нам в два раза больше, чем за все 11 лет войны в Афганистане. Понимаете? То есть это только убитых, сколько раненых остается. И в этом плане служба социальная инженерия, да, она ставит такую задачу, а вообще что нужно целиком сделать, чтобы изменить эту ситуацию, то есть работает на конечный результат. Это не структура, здесь люди собираются по принципу служения, у которых есть какая-то мечта, он к ней идет, он видит проблему, он видит, как он в принципе может не дойти, и где-то на пути к этому возникают какие-то идеи, да, как такие, ну, полукоммерческие проекты, да? То есть, в принципе, почему бы и на этом не зарабатывать деньги. Так вот, на данный момент существует группа людей, у которых есть полностью вся технология, как это, как поменять образовательный процесс. Есть четкое понимание, где брать клиентов, каким образом, собственно говоря, как это продавать, из каких составных частей это будет состоять, да, и как это, собственно говоря, продавать клиенту. Но чего нету? Нету у всего этого руководителя проекта. По большому счету менеджера. Все есть, кроме менеджера. И в этом плане на данный момент была поставлена задача, собственно говоря, найти человека, да? То есть у нас вот это вот место, оно вакантно, да? То есть, собственно говоря, найти такой проект, у которого менеджерский подход, который видит четкую идею, да, готов туда идти, который будет как руководитель проекта ходить по определенным структурам, организовывать процесс, да, вот, и при необходимости за ним всегда придет очень мощная команда, которая где-то что-то поддержит, где-то что-то покажет, где-то проведет какой-то процесс. Вот, собственно говоря, и задачка возникла такая, что здесь, в Новосибирске, есть человек, конкретно с проектом, да, вот, который тоже желает воздействовать на эту территорию. И, в принципе, мы можем создать некоторый такой совместный проект, куда этот человек заходит в систему, да, а наша вся система заходит в его, да, собственно говоря, да, то есть мы готовы зайти внутрь тебя и составить тебе там все вот эти вот технологические процессы, в том числе и экономику, поскольку мы четко знаем, кому, как продавать, каким образом, сколько это стоит. Да. Вот. И наш продукт – это культура отношений. Да, смотрите, вот основной трафик передвижения, он идет из дома на работу. Основной трафик идет. Поэтому мы делаем такой продукт, который будет воздействовать на водителей, которые здесь находятся, да, и менять их культуру в семье, дома, да, то есть в обыденной жизни, и культуру на работе. То есть мы создаем не просто автошколу, а мы создаем некоторый такой стандарт. Понимаешь, то есть стандарт культуры отношений, и мы, да, где-то мы на территории сделаем такую, как экспериментальную площадку, на которой мы будем вытачивать свою технологию, но задачка такая, чтобы внедрить это практически во все автошколы, которые у нас есть на территории. И внедрять не через директоров, ну, поскольку нет там энергетики, ну, мало там энергетики, да, а можно делать как дополнительный заработок, да, к водителю-инструктору,
с которым все ездят, то есть водитель-инструктор часами ездит по городу, да, и если я ему сделаю курс психологической поддержки, да, они любят на психологии разговаривать, и обучу его, как продавать, да, он по-любому это продаст. Ну, то есть вероятность продажи очень велика. То есть вот как раз некоторые автошколы, где продажниками являются водители-инструкторы, да, и им всегда прикольно поговорить, собственно говоря, про семейные отношения, да, эта тема такая, она универсальная, собственно говоря. Ну и про то, как зарабатываются деньги, это тоже универсальная такая тема, на которой можно работать. То есть мы даем дополнительный заработок водителям-инструкторам. Почему? Потому что именно от них очень многое зависит, да, каких людей они выпускают. Понимаете? То есть это выдающий такой, скажем, орган. С ними надо работать в первую очередь. Их можно всех себе забрать в службу. То есть можно сделать, чтобы они были участниками этой службы. Вот, собственно говоря, такой кратенький проект. Есть все. Вот, экспертная поддержка, то есть мне нужно, собственно говоря, вот оценить вот этот замысел, да, то есть я какое-то время проект стоял на паузе, да. На данный момент у меня есть договоренность с ГИБДД, мы им сделали презентацию этой всей концепции, они ее поддержали, отправили в Москву, отправили в самую крутую контору «Фаворит». Я договорился с директорами этой компании, они отправили в управленца, который заведует вообще всеми вот этими 30 автошколами, их целая сетевая компания. И теперь мы нашли человека, который работает преподавателем и одновременно инструктором. Нужно просто-напросто организовать, в конце концов, процесс этот, просто чтобы взять и провести это. Просто запустить, включить кнопку «вкрой», или, знаешь, вот там жим, и все, и он поедет. То есть практически есть все, все необходимое, да, за исключением вот этой позиции. И мы ее не хотим брать в найм, понимаете, в чем дело? Потому что на этой роли человек должен работать тот, который горит этим, понимаешь? То есть вот основная задача. Тогда вот и будет все работать. Так, у тебя формат экспертная поддержка или идейная поддержка? Экспертная. Экспертная. То есть экспертная — это подразумевает, что ты сейчас нам дал некоторую целостность. Да. И мы в этой целостности будем тебе искать узкие места. Угу. То есть ты хотел бы вот это. Представитель, вот он сидит. Может быть, и в начале ли вопросы на понимание? Есть ли у кого-то вопросы, в принципе, на понимание, на доуточнение проекта? Все-таки одно небольшое уточнение про АМПРО. То есть продуктом будет выступать культура отношений, да? То есть это как бы образовательный курс. Образовательный курс. А кто будет вести этот курс? Один из, то есть представители, кто будет вести. А так вообще это на данный момент в городе имеется где-то порядка 30 человек, которые обладают инструментами из двигательных каких-то технологий, по телесному интеллекту, да. Порядка 15 человек по эмоциональному интеллекту. То есть, в принципе, довольно-таки много тех людей, которые уже на этом зарабатывают деньги. Их нужно просто-напросто привлекать. И это технология групповой закупки, когда мы собираем группу из автошколы, мы ее собрали и привлекаем тренера. Это на порядке дешевле, чем когда ты идешь на этот курс к тренеру, как одиночный клиент. Вот, собственно говоря. Я ответил? Можно еще раз, то есть продукт, сам продукт проекта? Продукт проекта — это некоторый такой образовательный курс. Курс. То есть разработан некий образовательный курс, да. Который состоит там носитель, на чем он может быть? Это групповые упражнения. Какого-то помещения. Это описание этих групповых упражнений. То есть курс подразумевает под собой описание курса. Есть у нас описание приемов, да? Но это особенность этого курса, это как бы бизнес наоборот. Мы смотрим, кто пришел, с чем пришел. И именно под них мы тут же берем инструменты, которые им нужны здесь, сейчас. Мы никогда заранее не говорим, что у нас тут будет то-то, то-то. Мы не знаем, кто нам с чем придет.
И поэтому у нас есть некоторые инструментарии, которые годятся на все случаи жизни, и есть некоторая система, как мы определяем вообще, что человек хочет. Мы помогаем ему вначале определиться, когда он понял, что хочет, мы ему тут же даем упражнение, он отрабатывает и приобретает тут же этот опыт здесь, сейчас. Так, а это как относится к правилам дорожного движения? А в правилах дорожного движения... Вот то, что ты сейчас проговорил про курсы. Да, а в правилах дорожного движения... Нет, в правилах это никак не относится, это относится к отношениям. Угу. То, что лежит за правилами. Угу. Но, опять же таки, соблюдаю я правила или нет, это тоже форма отношений. Угу. Одна из, да? Понимаешь? То есть, но все-таки я перевожу не в сами правила, это инструмент. И все-таки, ну, в моем упоминании, понимание, это все-таки некоторая культура территории, да, то есть мы, ну, так. То есть, а на выходе что получается на выходе? То есть, чтобы когда все заработает, вот когда все заработало и все встало вот так, как ты сейчас хочешь. А человек приобретает опыт проживания таких психических состояний, в которые он попадает на дороге постоянно, либо может попадать. Это, организационно это как выглядит? Организационно это маленькое либо большое помещение, приходят люди, рассказывают, с чем пришли, далее они взаимодействуют групповые какие-то игры, да, возможно, это будет с оружием, либо это с какими-то инструментами, там черенки от лопаты, палки какие-то. Ну, то есть мы учим людей управлять предметом, да, через телесный интеллект. Когда он научился управлять авторучкой, там, любой предмет, вот, что в руку попалось, мы им управляем. Когда мы научили человека управлять вообще любым куском, который есть, да, потом мы начинаем управлять другим человеком, учить, да, то есть такие техники, потом он садится в автомобиль, ему не важно, то есть автомобиль это один из тех кусков, которым он умеет управлять, у него такое отношение, понимаете? Но он при этом понимает четко, что когда он приобретает опыт управления оружием, да, у него проходит паника, у него остается уже трезвый, холодный ум. Он всегда понимает, что у него в руках оружие, что он может, в принципе, поранить рядом другого человека, но он ведет себя хладнокровно. И когда он попадает на дорогу, он также понимает, что автомобиль – это такое же оружие, что там достаточно сделать точно такого, ну вот ножом, да, то есть я подошел к тебе, да, вот, тык, и тебя нет, все. И то же самое здесь, ты едешь на дороге, на встречной, ты рулем дернул, такое же движение, и все, и нет, понимаешь? Я правильно тебя понял, что в итоге, когда все запустится, это будут много помещений в разных районах Новосибирска, да, и там в других городах, да, в котором водители будут приходить, получать некие, да, практики, да, телесные, да, психологические, да, все разные, да, разные, да, с помощью которых они будут приобретать некий дополнительный, некий, да, навык, да, благодаря которому они будут ездить по дорогам нормально. Совершенно верно. То есть вот выживать будут. Да. Но при этом, смотрите, эти практики все-таки, они в первую очередь будут применимы в семье и на работе. Это как некоторые универсальные. Мы даже не столько дороги продаем, потому что мы будем продавать семейные отношения и будем продавать еще и рабочие отношения, как бонус. А дорога бесплатная. Хорошо, то есть на выходе еще раз. Это группы, запущенные группы, да, ну, назовем их как психологические группы. Или... Это учебные центры, где подготавливают именно психику водителя. Учебные центры по, да, подготовке психики водителя. Да, да. Вот. И психики тех, кто водителей учит. И психики тех, кто водителей учит. Да. Понятно. Я думаю, может быть, с формулировками тут тоже нужно подумать, поскольку подготовка психики водителя, она может пойти вразрез с общепринятыми сегодня представлениями, как уже приходилось сталкиваться по поводу подготовки психологической. Да, вот. И это пошла идея, экспертная идея, то есть обратить внимание на название, на формулировку. Психологическая подготовка, а вот именно все-таки ориентация на культуру, может, отношения как-то, то есть, видится. Психика напугает, да? Ну, я думаю, что там могут возникнуть какие-то реакции какая-то. Небольшой вопрос на понимание. А сколько, ну, тебе хотелось бы, чтобы было запущено по Новосибирску через год, допустим? Ну, так, реально оптимистично. Оптимистично? Реально оптимистично. Через год.
Ну, через год вообще, в принципе, ну, с десяток. 10 групп? Да, 10. По Новосибирску? По Новосибирску. 10 групп, в которые ходят? Ну, сколько в каждой группе? В каждую группу, к примеру, ну, человек по 30-50. 30-50. А периодичные занятия? Периодичные занятия, ну, максимум раз в неделю и на протяжении 2-3 месяцев. 2-3 месяца раз в неделю, это да, такой курс? Да, курс. Да? Да. Курс. Да. То есть набирается набор 30-50 человек, да. И 2-3 месяца раз в неделю они по вечерам там ходят. 8-12 занятий. Да. 8-12 занятий где-то, вот, на разработку этого курса. Да? Да, да, да. Ага. Ну смотри, то есть тогда идея на, ну, на узкое место. То есть вопрос, кто в продаже, то есть очень грамотно упаковать продажу. Ну, то есть ты раз ты говорил, но не говорил о том, почему эти люди будут приходить. То есть, ну, узкое место, как мне показалось, это момент продажи. То есть почему эти люди заинтересуются и почему они будут приходить на эти курсы. Почему они захотят, это будут платные курсы? Да. Стоимость примерно? Ну, до 5000 рублей. 5000 рублей? До 5. До 5. За 2 месяца? До 5. Они будут обязательными или нет? Пошел. Спасибо, очень понравилось. Думаю, что очень полезное мероприятие. Очень я прощаюсь. Всего доброго. До свидания. До свидания. Окей. Окей. Ну, я не знаю, то есть как бы тогда, если вот то, как ты описал, то есть тут возникает вопрос, поиск помещений. То есть где, как, каким образом, где ты их найдешь. Ну, то есть ты не проговорил, поэтому я вижу узкое место. Ну да. В этом. Давай как идеи. То есть мы сейчас, может быть, кто-то еще что-то хочет? Идею на усиление. Поиск людей. То есть если это 10 центров, то это как минимум 10 ведущих людей, то есть 10 инструкторов. И если название психологический, то там наверняка потребует психологическое образование, какое вы имеете право, там все эти официальные структуры. Ну, то есть обратите внимание на название. То есть с таким режимом занятий разрешение инструкторов может быть сильно меньше, чем 10. Ну да, я тоже думаю. 5 дней в неделю уже. В один день в одной школе добавить. Ну и сама программа. То есть я знаю, что у тебя офигительные идеи по поводу абсолютно нетрадиционных вещей, по вот обучению и формированию новых навыков. Вот. Ну, упаковать это. Ну, то есть упаковать это, грамотно упаковать. То есть и упаковать так, чтобы это было понятно, чтобы это было передаваемо. Передаваемо. Ну и, я знаю, это идейная поддержка сразу до кучи. Ну, 10 через год, а начать с первой, ну, с первой, причем назвать ее экспериментальной, тоже идейная поддержка, так и назвать первая экспериментальная. Есть всегда люди, которые, наоборот, в новинку эксперименты, и им прикольно, что над ними экспериментируют, потому что они сами на планете экспериментируют над теми, кто экспериментирует. И, короче, здесь может быть... А и на этом прям сделать, запустить одну, и там многое станет сразу понятно. То есть как проводить, что проводить, то есть стандартизацию проводить на опытном образце, на опытном образце. У меня такая еще или уточнение, или идея, что есть люди, которые, вот водители, которые попали в аварию, и у них как бы такой психологический комплекс образовался. Может быть, включить вот в твою программу еще помощь как-то. Реабилитация. О, классно, да. Реабилитация прям конкретно. Это может быть целая группа людей, прям, которые придут, вот он ездит, и у него мандраж внутри. Или какие-то ситуации боязни. А тут же сразу идея, это не только сами водители, я знаю кучу жен водителей, которые были в аварии, когда они были не за рулем. Не ездили пару месяцев. Да, и потом вот такими просто везешь, вся вылечились, так сказать. Да, которые были, ну, попадали в аварию, когда они были за рулем, прям для них это отдельное, может быть. У нас прям отдельный курс для этого. Для жен. Вот прям это можно, прям, может быть, они прям придут и так же, куда деньги отдать, что. У которого была похожая ситуация. Да мне там езжу, повизгиваю постоянно. Сзади справа. Ну вот.
Ну что ж, твоя 20-минутка вышла. Здорово. Что было для тебя ценно? Сделал то, что хотел сделать. Ну, по крайней мере, технически я и успел, вроде как. Опять получил некоторый такой всрез, да, то есть оживил эту тему. И получил некоторое удовлетворение, опять-таки, да, то есть от самого процесса. Ну и дальше я так понимаю, что сейчас будет план шагов, который нужно сделать в течение 72 часов. У меня сейчас новая такая фишка. Ну, классно. То есть если ты его напишешь, то какие-то идеи будут. Да, то есть действительно вопрос, все шаги они перечислены. Ну что ж, разрешите тебя поддержать.